Всем привет! Всех, кто отмечает этот праздник 14 февраля, с любовью поздравляю. Мы не отмечаем его. Да. Великолепный день, правда, прохладно, но солнышко светит. Вот сейчас вечер, полшестого, мы идем домой. Мы сегодня гуляем. Идем. Так, ну мне больше туда ничего не надо. Пока. Я хочу зайти к маме. Давно вы не видели маму мою. Меня многие спрашивают. Ведь у меня есть детки, которые ее 100 лет не видели. Это сентября месяца. 21-го года. А, вон она уже ходит. Хозяюшка. Вертолеты летают. Да, у нас сейчас сложилась обстановка с водичкой. Очень много воды в этом году. Где она? Мама! Ясно. Наверное, пошла курочек кормить. Сейчас посмотрим. Опять грязь тут везде. А, ну да. Хозяюшка. Не, ничего, домой. Просто мы сегодня что-то очень долго идем. Я взяла творог. Я сейчас у Лиани сделаю вареники. Вспомнила. Она ж любит вареники. Она у меня так и не пришла. Она ж рано пришла. Я пюре еще не сварила. Давайте. Все, дай мне на доширак, я пошла. Доширак самая вкусная еда в мире. Взяла в холодильник, поставила сырую. Не знаю. А, сырую. Ну хорошо, хоть сырую. Ничего, зато крахмал с нее там выйдет. Будет хорошая, полезная картошка. Цып-цып-цып-цып. После третьего урока. Ничего, я не дозвонилась, не знаю, надо завтра ехать. Они, может, потом и посылают сообщение, но у меня ж телефон не это самое. Тебе на WhatsApp не присылали. Балалайку за 100 рублей. Я даже с смс-ки не читаю. Мне надо ехать, не знаю. Что, ты до тайны не ходила сегодня? Не, нету там никого больше. Так она привязана? Она привязана, да. Я просто побоялась, мусор не выбрасывали. Да, сейчас расколдыбенит всю эту. Наверное, забирали, я не смотрела. Как все равно прохладно. Погода такая-то, а прохладно. Ну, ветер холодный. Ночью ж мороз, 3 градуса. И я сегодня утром на работу шла. Ветер же отсюда идет, это самое. Северный, холодный. Ну, эти орехов скоро получишь. Ну, делать не, сижу на кухне, кино смотрю. А, ну, орехи, да, Коль. Да, ублюдо, пальцы уже, он не это самое. Завтра Женя может приедет, не знаю, как это. Ой, все, пошла, под носом это, холодно, с носа течет. Все, пойду я домой. Не, пока хлеб, может быть, завтра, сегодня... Даже это. Может, даже послезавтра. Пока нет. У меня и сухари, и хлеб все есть еще. Не накупит вечно маман. Никакой мусор не вывозили сегодня. Ой, так, все, прячу телефон, а то рука сейчас отмерзнет. Ужин. За голодухи, бедолага. Рыбу дербанит. Я поняла. Так, сегодня я буду готовить. Купила творог. Творог. Все равно. Ленивые вареники. Ульяна меня любит очень. Ничего у них такого нету. Грамм 200
творога, яйцо. Она любит не сладкие, но если вдруг ей захочется сладкие, посахарит сверху. Яйцо, ну, мука. Творог я не протираю ни через что. Так, муки у меня здесь как раз примерно где-то 3-4 столовых ложки осталось. Отлично пойдет. Вот попробуй только прыгнуть. Я вон туда положу. Все. А, и зажги, пожалуйста, газ под водой. Я уже воду. Я воду уже поставила, потому что вареники ленивые делаются быстро. У меня разогревается фритюр. Сейчас будем. Как раз удобно, да, сделать чипсы. Сейчас будем. Тестить. Я купила на Валберис вот такую штуку. Чипсы. Чипсы. Блин, почему оно показывает? Надо как-то этот фронталку исправить. Понятно. Смотри. На паузу нажмешь. Всем здрасте еще раз. Вот такие чипсы. Вижу их везде. Ну, как я тестят, как показывают. Уля говорит, никогда не видела. Как может, блин, человек, который сидит в ТикТоке, этого не видеть? Не знаю. Не хватает. Мне чуть-чуть еще муки надо. Золотые ручки сделают и левой рукой, наверное. Ага, хрен ушло. Ай-яй-яй-яй. Нифига. Помощников у меня, конечно, нет. Вот куда им взяться. У меня только едоки, помощников нет. Сейчас фритюра загревается. Господи, ложек нету. Да уйдите. Боже. Еще две ложечки добавим. Получалось всего 5. Все, с головой. Уже не знаю, что готовить. Вообще не знаю, что готовить этой дочечке своей. Вареники она будет есть, не знаю, со сметаной, без, но у меня все есть. Все, главное, к руке не липнет. Вообще, надо, наверное, смочить руки. Ну ладно, не важно. Сейчас смочу руки. Потому что мне даже камеру выключить нечего. А помощника у меня нет. Куда я уже ложку засунула? Господи. Так она там и останется, и я потеряю ложку. В общем, дальше поняли, да? У меня картиночка, я ее нарисовала уже. Ой, сейчас так удобно. К нам пришла цивилизация. Цивилизация к нам пришла в виде... В виде озона. Слава Богу. Я сегодня заказала на озоне еще картин себе. Кстати, они там офигенные. По очень хорошей цене.
Загажу. Офигеть, вообще столько уроков, у нас 5. Офигеть. Все, режем на варенички. Вот примерно такие варенички. Валяем по столу. Капец. Уля, ой, бля, все, она залезла, хрен знает куда. Сима! За что? У всех по 2 урока у нас 5. Сим, выходи. У всех по 2 урока, у них 5, бедненькие. Да капец, блин, такой перевес, сегодня 3 было. Завтра 5 уроков. Я складываю в душу. Вообще не выходит. Я не знаю, как его вытащить. У меня Сима залезла. Я открыла ящик, а она туда же за ящик залезла. Ну, что ты там сидишь? Вылази. Давай. Давай, все. Сегодня типа праздник, да? Наш же праздник какой? 8 июля, по-моему, да, день? Чего? Петра и Хавронникова, как наш российский называется День всех влюбленных. Это же не праздник, это так, фигня американская какая-то. Пришла к нам с запада. А вообще, Валентина считали покровителем всех психически неуравновешенных людей. И в Америке он отмечается вот так вот. А, в Германии, кстати, он отмечается как день. Вот так. А у нас почему-то покровителем влюбленных. Влюбленных. Кого влюбленных? Ну, в общем, не наш праздник и не наш. И нехрен его отмечать. Лишние траты, лишние хлопоты. Так. Все, это готово. Быстренько. Потом мука уходит. Это все нам не надо. Это сейчас туда упадет. Так, ну что ты там нагреваешься? Так, сейчас я же хочу, чтобы вам было видно, как это сделать. Уже почти нагрелся сейчас. Так, ну фритюр нагрелся. Вот такие вот, значит, креветочные чипсы. Значит, у них состав. Где-то я сегодня тут читала. Ага. Кукурузный крахмал, вода, креветочный экстракт 8,6%, сахар, соль, ну и глутамат натрия. Так, белки 0, жиры 0. Сплошные углеводы. 350 калорий на 100 грамм. В этой пачке 227 грамм. Только я не пойму, на калории на готовый продукт или на... Смотрите, я у нас тут открыла, и интересно было. Выглядят они вот как пластмассовая штучка. Пластмасска. Что будет дальше, я не знаю. Пластмасс. Сейчас будем пробовать. Сейчас как-нибудь я сейчас сориентируюсь. Фритюр у меня, по-моему, уже закипел. Ну да. Давайте, мне само так интересно, так интересно. Так, ну я не знаю, в общем. Пробуем. Может, мало я его разогрела? Не знаю. Да нет, уже все. Лампочка потухла. Что-то происходит. Ульяна! Мы готовим тестим. Боже, сейчас как если отлетит что-нибудь куда-нибудь. Ты будешь пробовать сейчас дегустировать. О, что это такое? Я сама не знаю. Она подожди. Где зачем-то? Я не знаю, что с ней делать надо. Я снимаю.
Так фритюрница работает день и ночь, я не успеваю ее мыть. Так, я так поняла, долго жарить нельзя, иначе они превращаются в какие-то непонятные субстанции. Давай еще эти пластмассы. Вот так вот начала есть. Да, Ульяна схватила, начала есть. Я говорю, я иду. Она мягкая, отпустила, она такая твердая. Я такая, что за фигня? Сколько ты кидала? Она штучку сейчас, да? Да, не знаю. Что получится. Давай кидай. Такие штуки получаются. Тише, тише. Что открыла? Да горячая масло. Ничего, такие штуки. Бедный мой пришел. Каждый день работает. Без остановки. Что за остановка? Видите, кое-где не прожариваются вот так вот. Подожди, дочь. Я переворачиваю. Ау! Конечно, она мне на палец положила. В общем, вот такая ерунда, ребята, получается. Тоже кидать? Нет, хватит, хватит. Все, хватит, потом складывать в коробку. Да, я покажу вон сколько их в коробке. Ну, так достаточно. Еще дети придут, можно будет угостить. А вообще вот такая штука получается. Я не знаю, тут цвет плохой. Розовый. Ну пробуй. Я уже попробовала. Пробуй еще раз. А ну, я попробую. Что ты говоришь, они безвкусные? Вкус креветки. Короче, наши снеки. Угу. 100%. Да. Угу. Российский снек. Есть можно, но только вот здесь вот, которые они проготовились, им их, наверное, нужно. Не, есть можно, ребята. Может, на зале снеки закажем? Все это у нас перед уже ела. Но масло. Куча. Сколько лежало? Да, обычные наши снеки. Помните такие? Решеточки такие были. И, кстати, сейчас можно, и, кстати, сейчас редко где и купишь. Да. Вкус креветки чувствуется. Побаловать себя редко, но можно. Очень жирный, очень много масла. Так, раз я разогрела фритюр, я тогда не буду включать сковородку. Я купила немножечко палочек куриных. Очень редко покупаю. Я их пожарю прямо здесь. Прям здесь пожарить. Буду я масло. Ну, в общем, очень редко, но, короче говоря, можно. Можно. Вкус чувствуется. У меня там водичка уже закипает. Получилось вот у меня немного, но сейчас они так разбухнут, разбухнут. Нам с Ульяной с головой. Я, если честно, такая голодная. Постоянно причем. Так, все, это. Тут еще целая пачка. Вот мы положили, я не знаю, тут, наверное, штук 17 от силы, а их здесь штук 100, наверное. Так что побаловать себя изредка можно. Успокоилась я.
есть хочу, кофе пью. Надо еще это. Это же что-то. Я не знаю. Все, наверное, жарить не буду, нам сколько хватит. Немножечко, немножечко хватит. Ульян! Ульяна! Ульяна! Сейчас вам покажу. Так вы думаете, что это? Как вы думаете, что это? Ульяна жарила рыбные пупки. Вы же видели, я зашла, она сидела, кушала рыбу. Жарила на газу. Запах, конечно, непередаваемое ощущение. Ульяна, иди съешь свои пупки. А то я их выкину. Пупки! Уже забыла про них. Пупочки рыбные. О, какая красота получается вообще. Пупки, это пузыри. Ой, пузыри, пупки. Ну, пузырь, пупок, пофиг мне. Это. Фритюр, я не знаю, но уже лет 10, наверное. Он у нас работает бесперебойно. Ему года 3. Да, еще 19 лет, я помню. Бля, покупали при твоем папе. Папы уже с нами, 7 лет нету. Ну, в смысле, не может быть? В прямом. Я не могу быть 3 года, когда мы его купили. Да, могло. Нет, я помню. Ты... У тебя точно так же, как вот этот вот, этот, фартук 2 года. Вкусно, нормально? Верни сюда, пану. Воду я, конечно же, присолила. Ты с чем будешь их кушать? Со сметаной или с чем? Как всегда, мам, с майонезом. Оно упадет, Ульяна. Как всегда, я не помню это. С майонезом был. Майонез. Да какой со сметаной, я шучу, ты что? А, я не помню. Это можно их с майонезом. Все, надо вытаскивать. Спрашивают, больше ты что, с майонезом ешь, да, или со сметаной? Больше с майонезом. Больше ты пельмени ешь с майонезом. Откуда я знаю, с чем ты будешь ее использовать? Вот с майонезом я люблю. Но не ем, но люблю. Я вообще майонез люблю. Но стараюсь его не есть. Хорошие деньги уже идут. Как это? Солнышко светит хорошо. Вот и все, в принципе, ужин готов. У меня еще есть спагетти, я у Лены вчера варила. Мы были вчера с сосисками, сегодня можно с палочками. Но она сейчас будет кушать этот. Она любит эту штучку. А сейчас ну, их надо опять сразу. Масло надо сливочное достать. Сливочное масло. А потом уже кто сколько себе хочет, сколько и накладывает чего-нибудь. Так, это на половинку. Так, а во что ложить? В общем, вот такие пироги. У нас вот тут все больше, больше всякой ерунды появляется. Ульяна прячет этот. Не любит с холодильника, то спрячет от меня. Я все равно накажу. Так, вот, в принципе, вот такой у нас сегодня и ужин.
Вот они прекрасно пожарились. Сочные. Ну, мне честно, я мукбанг, что ли? Я точно голодная. Вкусно. Уже наелась. Нам вполне суляны достаточно. Вот и все, фритюрница пока остынет. Раковина, наверное, глубже еще была бы. Я бы еще глубже накладывала. Ну, так всегда. Сначала я накладываю, а потом мою. Вот еще осталось. Еще нам на один раз с Ульяной. У нас еще пельмешки есть домашние. Бабушка у нас готовит. Мы забираем, варим, когда нам нужно. Все, короче, не выдержал мой цветок. Манькиных этих. Посадила лимон сюда. У меня он давно еще, наверное, с марта, апреля прошлого года. Он у меня в другом. Короче, в другом цветке. А в этот раз вот это у меня Маня постоянно прыгает, прыгает. Три раза выдерживал. Геранька у меня была. В общем, все, не выдержал. Так, все, как нас учили в школе? Сплыло, значит, готово. Все, сливаем. Желательно слить не на ноги. Сразу же замочу. Господи. Вот за час ужин готов. Сейчас 18:28 уже, я пришла домой полшестого. Почти. Ну, это все, ужин готов. Ну, пожалуйста. Ароматные. Уля только что рыжик ухомячила. Так что, наверное, сейчас они никак не пойдут. Я полкотлеты съела. Как получится. Все, маслица. Вот такой у нас ужин. Так, так. Диетические чипсы. Ну и все. Я еще собаку не кормила. Кстати, она меня вчера утром родила. Я вчера проснулась и начала искать хозяев щенкам. 7 штук. 7. 7 штук. Господи. Ой. Да. В общем, вот такие пироги. Поужинаем. А, я вчера дорисовала, кстати, картину. Вот такую вот. Вот я ее дорисовала. У меня оставалась, в принципе, только черная обводочка. И начала делать. Хорошо, что у меня у меня завалялось. Помните, да, я делала этот. Мы покупали в Краснодаре, в фикс-прайсе, покупали мозаику. И я вчера начала ее делать. Ну, вот где блестит, там видно сделано уже. Вот это все, вот это, вот это. И заказала на Озоне еще 2 картины. Одна придет завтра, другая послезавтра. Поэтому забирать я буду послезавтра. Ну вот и все. Сейчас я пойду покормлю собаку. Уберу здесь. Ну, это минут 30. Схожу за собакой. Все.
Если ничего не перебьет, день закончил. Ну как, трудовой день закончился. Я могу преспокойно сесть и заниматься своими делами, заниматься творчеством. Все, ничего трудного, ничего тяжелого нету в этом. Так, готовим варенички, потому что я знаю некоторые, знаете, вот у женщин все время, мы уже разговаривали, поэтому, по-моему, в каком-то видео, у женщин вечная забота, что приготовить. И вот, да, это реально так, что женщины сидят на работе, бывает, там, когда встречаются, там, все равно же мы там не сидим молча целый день. Мы же встречаемся, мы хотя бы парой фраз, ну, перекидываемся. Вот, и целый день думаешь, что готовить, уже я вообще не знаю женщин, которые там по 15 лет в семье, там, дурануться можно нафиг, тут одну кормишь, блин, и то каждый раз что-то выдумываешь. Ну, вот сегодня я вспомнила про вареники, что она их очень любит, в принципе, 10 минут делов, главное желание. И вот, может быть, женщины посмотрят мое видео, может быть, какой-то будет намек на то, чтобы им там приготовить для своих семей. Так что, девочки, 100 рублей цена творога, 300 грамм, одно яйцо. Сколько оно там сейчас? 10 рублей стоит. Зато, вон, целая кастрюлька. Ить. Красота! Вот. Ну, что вам еще сказать? Всего хорошего. Смотрим, комментируем. Я вас всех жду комментарии. Канал мой называется Саботажница Лайф. Саботажница Жизнь Саботажницы. Поэтому всем добро пожаловать. Приглашайте друзей, комментируем, ставим лайки. Короче, что-нибудь делаем. Всем пока, я стараюсь только для вас. Только для вас. И поверьте, это нелегкая работа. Работать на камеру и выбирать время для этого. Выбирать слова. Ну, как вы видите, я, конечно, не очень их выбираю. Я разговариваю так, как разговариваю в обычной жизни. Вот. Вот этот мой слово-паразит, вот! Мне надо от него избавляться! Все, всем хорошего настроения, всем приятного аппетита! Встретимся обязательно!